продолжаем играть в игру Bounty, Bounty Time. Ну, у нас тут очень интересная задумка. Покупаем мы ботинки для индейца. Даже если надевать. Бедный несчастный болт. Ладно, заходим. Покажите, что у вас есть. А у него есть старые ботинки. Машины ботинки большой владелец явно надо не будет. И нормальные ботинки из кожи. И сапоги из качественного выделанной кожи буйвола. Как думаете?
сейчас не в Филадельфии. Ой, мы сейчас не в Вашингтон, а в Питтсбурге. В Питтсбурге, смотри, что там по Питтсбургу. Thank you.
есть у тебя его? Ну и дальше куда? Сообщили, что канал Стимбурнар недавно смог получить еще 1% акций. Я беспокоюсь, что это развлекается к этому вопросу, чем мне не нужно успеть, чтобы не дать ему получить себе канал шанс. Но я ж стараюсь. Странно, что повозился на нашу. Thank you.
транспортировался, нашел. Это тоже процесс изучения, и не меня в сестру. Садись. Сел он? Да. Сел. Thank you.
хочет с нами ездить. Спасибо, Лук. Пожалуйста, возьми мои акции. Я уверен, что ты будешь отличным управляющим компанией нашего проекта. Возвращайтесь ко мне позже, когда я буду чувствовать себя лучше. Спасибо, как ты выздоравливаешь быстрее. Отлично, у меня уже 15%. Нет, может, приехать.
призовой. На 14 месте еще больше. Так что нам нужно побольше. Так, загрузились. Мы Ноксфилд сейчас. Ноксфилд есть. 12 дней. А мы за сколько дает? Мы уже жизнь 12 дней. Но это все будет в следующей серии. Большое спасибо, что вы смотрите, комментируете, ставите лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии.
которой вы узнаете, встретимся ли мы с Крабом Майклом Ридом. До встречи!